Blender 2.81. Продолжаю искать информацию для вас и для себя в частности. В этом ролике давайте рассмотрим именно карту, как в Индиана Джонс сделать, чтобы вот этот путь был по курве, все там, все нормально показано. Но на английском ссылку на канал, с которого взята информация, как всегда, оставлю под описанием. Погнали. Так, Delete клавиатура. Нажимаем Shift A. Делаем Mesh план. Так, семерка на нампаде. Ну, давайте теперь S чуть побольше сделаем. Назначаем материал. Все по прошлым роликам. Это Image Texture. Подгружаем и находим вот эту вот карту, как в Индиана Джонс. Так, Open. Переключаемся в видимость вот этого изображения рендер. Видимость материала. И сейчас расширим вот это все, растянем с транспозом. Вот такой Индиана Джонс. Семерка на нампаде. Транспоз пока отключаем. Тут словом нужно сначала добавить курву. Одна курва будет патч. Табуляцию нажимаем, заходим именно в режим Edit Mode. И давайте немножко ее поднастроим. Ну, как-нибудь G. Так вот, пусть он вылетает с Аляски. Вот отсюда. Или это не Аляска, а это вроде как Африка. Ну вот, типа вот Аляска, наверное, будет. Так, здесь теперь вот так вот перекручиваем. Ну и давайте к лицу его вот так вот. Вот сюда куда-нибудь пусть летит самолет. Можно, конечно, по карте, но тут ноги неинтересно будет. Так, вот первая курва добавлена. Теперь нужна нам камера. Включаем камеру. Табуляция. Переключаемся на камеру G. Находим, где она находится. Вот она. Теперь нужно ее поставить в ноли. Это N-панель. И вот здесь вот локация, ротация. Это все по нолям. Так, сразу ее теперь давайте тройка на нампаде поднимем с помощью мов. Вот так вот. Раз. Можно немножко S сразу уменьшить, посмотреть, как она будет тут все выглядеть. Где-то в таком духе. Сразу ее отрегулируем, чтобы потом не было никаких казусов. Ну, вот так вот где-то. Так пойдет. И привяжем теперь вот к этой курве вот эту камеру. Давайте вот сюда вот зайдем. Найдем Add Object Constraint. Найдем Follow Patch. Так, теперь добавим теперь Add Track To. Добавляем. Так, вот он Track To. Добавляем сюда вот этот Bezier план. Не план, нам патч вот этот. Так, ну и смотрим. Так, Fixed Post ставим. Так, Track To пока, наверное, отключим и пропишем вот эту камеру. Так, здесь нон-патч выбираем на таймлайне, прописываем вот эту вот первую и английскую, ставим, прописываем первый кадр и последний кадр, пусть будет, ну, 140-й,
чтобы подольше вроде анимация была. И вот это все дело переведем на конец. Вот так вот. И пропишем ее теперь. И все, теперь ставим 140 кадров. Так, это все нормально. Смотрим. Камера идет. Все, зашибись. Ставим на первый кадр. Добавляем Shift A, добавляем пустышку Empty и добавляем сферу. Сферу немножко S уменьшаем. Камеру теперь Shift S привязываем Select to Active и добавляем слежение за объектом. Ставим теперь вот здесь Empty. Вот так вот. И ставим минус Z, а здесь ставим Y. Ну, как в прошлых роликах при анимации Армия Мэн. И там я уже раза 4, по-моему, вот эту штукенцию слежения показывал. Так, смотрим. Это пока остается. Для чего нужна нам будет вот эта вот пустышка? Мы ее потом привяжем к другой именно... Открываем сейчас вот эту вот курву. И теперь открываем Bezier. Теперь опять табуляция. И вот к ней это все будет привязываться. Так. Табуляция надо немножко план припустить. А то не видно вот эти Bezier. Выбираем ее табуляция. И давайте ее поставим... На начало где-то так выберем вот эту вершину, вот сюда поставим. R. Так. Ctrl-Z. Теперь R. Перекрутим. Еще перекрутим, чтобы она была наверху карты. Следите, чтобы не уходила далеко. Так, теперь выбираем вот эту штукенцию. Жмем G. Так, G. И жмем E. Вот так. А эту можно перекрутить. R. И G. Уведем чуть-чуть ее подальше. Вот так. Ну и эту вот. Где-то вот сюда уведем, чтобы здесь камера не выскакивала далеко за пределы. Так, ну и тоже можно R. Как-то вот так вот. Покривее сделаем. Добавляем Shift A. Добавляем Mesh. Добавляем план. Делаем ему S. Вот так вот. И назначаем ему сразу материал. Материал делаем красный, чтобы было как в кино. Ну и потемнее чуть-чуть, так, ядрёней. Так, пустышка есть, план есть. И ему назначаем именно Array и назначаем ему курву. Так, Array курва. Вот это все вот отсюда идет. Так, привязываем план теперь. Вот здесь вот Object находим Bezier Curve. Вот он становится теперь на начало. И вот этот Array, это вот он множит ее. Вот так ее. Вот первый ставим тут единица. И прописываем опять же в таймлайне все это дело. Нажимаем английскую I. Вот так. Есть первый кадр. Ставим теперь на 140 кадр. Count вот этот ставим где-то до вот до сюда. И вот этим ретатив. Так, смотрим настройки, где тут что не так. Это не то. По нолям.
Тут ставим empty, ставим plan. И вот так это все дело вытягиваем вот таким вот образом. А здесь почему-то она у меня не уменьшается. Так, это где-то вот так ставим. Вот, пошла она размножаться. Чуть-чуть их побольше поставим. И чуть-чуть вот это все дело маленькое расстояние курвы. Нужно вот здесь вот поставить их поменьше. У меня выходит десятка. Если вот эту курву длиннее сделать, то можно и 26 поставить. Больше будет расстояние. Так, ну и смотрим. Вот так. И прописываем теперь и кадр. Ну и смотрим, вот теперь идет такая штукенция прикольная. Нужно теперь эту пустышку, так, пардонте, выбираем пустышку и G, подставляем ее вот сюда вот, вот к этой вот штукенции, к плану. Ну и надо прописать теперь вот эту пустышку. Пишем ей и локация. Теперь пошла. Переносим нашу пустышку G вот сюда, на эту, на этот план. Пишем и локация. Дальше прибавляем. Пошла. И вот эту пустышку G ставим вот сюда. Пишем и локация. Ну и продолжаем до конца 140 кадр. G и локация. 0 на нампаде. Камеру вот как перевернула. Нужно теперь камеру поднастроить. Заходим, выбираем камеру. Камеру. И будем ее тут настраивать. N. Так, локация, ротация. Так, первый кадр. Чуть-чуть ее подровняем. Отведем. Так, не хочет что-то крутиться. Парадокс. Смотрим дальше, что тут как. Это скайл. Локация. Пропишем и локация. И вот она пошла. Тут перекручивается. И вот нужно, чтобы она к лицу теперь попала нормально. Вот здесь ее выровнять. Так, это она ближе дальше. Вот так вот. Y. Так. Это она уходит дальше.
Получается 0 на нампаде. И попробуем тогда ее так покрутить. Так. Не хочет, да? Что за фигня? Так, ну пускай что-то она тут позапоролась вся. Во. Так вот. И вот эту теперь попробуем приблизить. Во! Неужели? Вот так вот и пишем. И локация. Смотрим. Play. Пошла, 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 пошла. А вот здесь уже нехорошо. Вверх ногами. Значит, нужно ее еще крутить, крутить, вертеть, но больше она не крутится. Во! Наконец-то я ее. И локация. Смотрим теперь. Так, пошла камера. По пути смотрит, едет, все. Вот так теперь будет лучше. Ну и вот здесь вот тоже нужно поднастроить. Здесь пусть будет так. Вот так вот пусть будет. И локация. Смотрим. Пошла, пошла, пошла. Все, нормально. Вот это уже четко. Ну вот такая штукенция. Отключаем видимость всех вот этих курв, чтобы не было видно именно при рендере. Также можно здесь их все поотключать. Вытягиваем панельку. Если нам нужно, чтобы невидимую, допустим, empty была, то выбираем empty и заходим вот disable in viewport. Вот это ставим. И теперь можно вот эти отключать видимость для рендера. Вот если сейчас empty отключить, вот ее не будет. Вот такая штука. Также можно все просто поотключить вот этой клавишей show overlays. Так, есть такое дело. Настраиваем теперь свет. Находим лифт. Ставим видимость. Находим лампочку. Ставим солнце. Ставим
3000 многовато. Пусть потемнее чуть будет. 2500. Ох, ё. 2000. Во. И можно оттенок такой вот тоже коричневатый выбрать, чтобы так чуть-чуть посветлее. Во. Вот таким образом. Ну, можно прям поярче. Тогда тут нужно поставить 3000. Или даже 4. Это сильно ярко будет. Ну, 3 пойдет. Так, 0 на нампаде. Вот у нас находится солнце. Здесь можно опять же его регулировать. Вот, уводить. Свет, допустим, сзади включать. Вот так вот. 0 на нампаде. Вот уже живенько. Тени появились. Прикольно. Ну и настраиваем, куда будем сохранять. Вот ТМП, вывод. Сохраняем на десктоп. Нажмем Accept. Находим формат. Допустим, вот MPEG видео. И давайте все это дело теперь запишем. Ставим на первый кадр. И ставим рендер, рендер анимации. Я его вот так вот отключаю, тогда он быстрее делает рендер. Все, рендер я покажу в начале ролика, а потом уже посмотрите, как вот это все делается. Ну и опять же, название канала в ссылке под описанием, под роликом. Все, всем пока.